и ходят как больные, вот, смотрят в эти балалайки, сами с собой разговаривают через хату. Антенну наставили на каждой улице, вот эти, я не знаю какие, но телефонные, да? Вот, я не рад, что у меня телефон, честно сказать. То бывает месяц гавкали, давай мы тебе гроши займем. Вот, ну, я на хорошем месте живу, ну, и не то, что у меня там хата, у меня хата избушка на курьих ножках, вот, вся трясется, вся вот-вот, вот, ну, а место такое, что, и 10 соток, понимаешь, ну, вот им надо занятие, меня отпутать, а потом трахнуть по самое помидоры, вот, меня на вокзал или к церкви, вот, а им место надо, я говорю, ну, давайте мы вам займем, давайте, да не надо мне ничего, давайте кто, да не надо мне ничего, дайте покой, блядь. Вот такое дело. Ну, Юра, у меня 9500 на приеме. Да я не пользуюсь интернетом, это дело больное. Вот, хотя много там полезного, ну, полезного там процентов, наверное, 40, а в основном грязюка. Ну, это для меня. И у меня он стоит. Вот, шемешок там, я не знаю, куда, давай я тебе, у меня нету там проводов, а кусок проволоки и зажигалка там, вот, на гардине вышить, вот, и все. Ну, что я там буду искать? Я все и так вижу и все знаю, вот, я даже общественные каналы не включаю, понимаешь? Вчера там прохожу мимо, сестра смотрит, то Владимир Владимирович, то Шойгу, то Мойгу. Ну, что я буду слушать, вот если я в этом деле не разбираюсь. Я хотел вот что еще спросить, Юрий. 6 Дмитрий, это Кубань, например?